Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Жени до того, как он стал известен. А если тебе понравится мой видеоролик, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Евгений Чебатков родился 13 сентября 1990 года в городе Усть-Каменогорск. Воспитывался юноша в семье, которая была сослана в Казахстан из-за критики советского режима. Произошло это в 30-х годах 20 века. Родители Жени, которые родились после массовых репрессий, относились к благонадежному разряду граждан СССР. Детские годы жизни Женя провел в живописном месте, где вдоволь смог насладиться величием Алтайских гор. Родители были заинтересованы в том, чтобы их сын развивался всесторонне. Они поддерживали любые творческие начинания подростка. Когда Жене исполнилось 10 лет, отец был осужден за криминальные деяния и попал в тюрьму. В 2008 году Женя окончил школу. После этого юноша переехал в Томск, где стал студентом государственного университета. Параллельно с учебой Женя работал ведущим на радио «Европа плюс». Позднее он серьезно увлекся музыкой, начал читать рэп и применял на себя амплуа диджея. Чебатков выступал в ночных клубах и на корпоративах. Он читал текста под битбокс своего друга, который в последующем увлекся наркотиками. Получив высшее образование, Женя не стал работать по профессии. Благодаря знаниям английского языка он стал участником программы Work Travel. Выпускник отправился путешествовать по миру, где параллельно работал. Так Женя побывал в Америке, а затем в Канаде. Перепробовав массу профессий, Чебатков понял, что хочет связать свою жизнь с юмором. За рубежом комик начал проводить свои первые выступления. Иностранная публика положительно принимала его шутки про Россию. Про свою жизнь за границей Евгений рассказывал в подкасте «Дичь продукт». Вернувшись в Россию, Женя принялся развиваться в направлении стендап-юмора. Выступая на сценах Томска, Евгений получил первую известность. Знакомство со Стасом Старовойтовым позволило молодому комику переехать в Москву, где он продолжил развивать творчество. Но о подробности личной жизни стендап-комик не разглашает. Женя не был женат и у него нет детей. Но вот такой видос у меня получился. Если тебе он зашел, то пожалуйста, подпишись на канал и поставь лайк. Всем удачи, всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? Это после показа. Что такое Underground?